Жаркий первый сумасшедший день, 35 градусов в тени. Испепеляющая, изнуряющая жара, тем не менее, привела на площадку истинных любителей настольного тенниса. Это Настя, прекрасная Настя, с новой прекрасной эту ракетку собрал ей Роман Ярославский, который после вчерашнего дня рождения сегодня не смог принять активное участие, но он приходил, пожал руку всем, руки, и благословил на игру без него. Поэтому первую игру увидели, сейчас вторая игра парная. Настя вместе с Игорем, им противостоят молодые пацаны. Сила, надежда нашей страны. Именно им строить будущее, а нам просто снимать. Мы верим, что ракетки их не спасут. Да, это вот так вот, угрозы не страшны. Да, я вот играю, ракетки Святослав Вячеслав Васильевич. Вячеслав Святослав Ярослав Васильевич дал ракетку экспериментальную, которую он собрал при помощи конструктора Лего. И Алексей будет ей отбиваться. А вон Вячеслав Васильевич как раз разгадывает кроссворд. Но, к черту разговора, давайте приступим к игре. 0-0. Хоть-то до каких? До 8 побед? До 2 побед. До 3 побед, конечно. До 3. 0-0. Давай, до 3. Хорошо, до 3. Блестящая подача Алексея, 1-0. Настя с ракеткой не справляется. Ноль два. Так, второй раз активно в свою половину играет Игорь. 0-3. 1-3. Два, три. Нет, 3-2 тогда. 2-4. 2-4. 2-5. Вращение от Алексея Настя как-то нестабильно принимает. По-моему, только одну вернула. Я уж испугался таких слов. Что, зацепило? Нет. Нет. Так что у нас тогда? 6-2. Они так радостно пятюни сделали. Я думал, что незаметно выиграли этот розыгрыш. Так, 6-3. Не только в ракетке дело. 7-2, Алексей. 2-7, 2-7. Прекратите обсчитывать, молодежь. И 8-2. Два восемь, вернее, подачи-то у нас пойдут направо. 2-8. Вот сейчас все правильно я сказал. Да, тайм-аут. Тайм-аут. Мячик дал Дуба. Добрый день. Нет, так просто играем, без соревнований. Игорь пошел за вторым мячиком. Ну что, будем переигрывать всю игру. Мячик оказался фальшивым, ненастоящим. Два, восемь. 2-9. 10-2. 10-2, еще один розыгрыш, как минимум. 10-2. Да, да. Подача у Юрия, конечно, классическая с руки. Но немножко мы всем все прощаем сегодня. Регламент свободный. 0-1, 0-0. Собираемся, девочки, мальчики. Боится движение делать.
Алексей вращает только в путь. Вращение Алексея 2-0. 2-1. 2-0. Регламент свободный, поэтому продолжаем. Что, как всегда говорю, согласен, но это ваша ошибка. Один 4. Стою, смотрю, в последний момент себя разворачиваю. 1-4, еще одна подача слева. Так, 4-2. Подарок. 5-2. Неукротимое вращение от Алексея. И вроде не хитрое. Браво, 3-5. Три, 4-5. Теперь же Юрий заваливается влево. Раскоряку свою знаменитую демонстрирует. 3-5. И она проходит через соплю, и Настя не справляется. 6-4. Эх, ошибки, ошибки. 6-5. И 6-6. 7-6. 6-8. Вот не может Юрий укротить. 6-8. Так. 7-8. Ну, такие подачи надо брать. 8-8. Нормально, нормально. Макароны прекрасные от Юрия. Длинные. 8-10. Сетбол. Юрий, браво, браво, браво. 10-9. Да-да-да, вот это фирменный топс, топс, попс называется. 1-1 по сетам. Да, 1-1, 0-0. 0-1. Ножку задрала. Это где это вы научились-то? Да. С лапкой. Это Михаил Васильев вас научил. Одноножка какая-то. 1-1. Ближе. Обидно-то как. Обидно. Кое-как Юра переправил. Я думал, что по-любому. И ты такую возможность не использовал. 2-1. 2-2. Наверное, надо будет переклеить накладки. 3-2. И 2-4. Да, Алексей своими завитушками ломает картину мира. 3-4. Да, через сетку пробивает. 5-3. 4-4. Да, будем объективны. Баланс на 4. Хорошо, хорошо. Должен был. 4-5.
Да. Повтори еще полметра. Повтори. Нет. Давай тебе другое. Другое. Хотя, конечно, у нас попадает такой. Ну ладно, ну давай. Хорошо. Блестяще! Наконец-то первый нормальный розыгрыш. Ну вот мы видим, что люди когда-то видели по телевизору, как играют в настольный теннис. Счет? Мастера проснулись. Вот пауза, пауза, вот это правильная, правильная выдержка. Не лупить, а играть. А, сюда! Юрий молодец. Юрий, похвала вам. Спасибо. Паша, давай ремень. Блестящий. Настя, так, не будем, чтобы не сглазить. О, Алексей, браво, Алексей молодец. Ничего, ничего, это счет. 7-5 всего-навсего. Я думал, 9-5. А 9-5 это другое дело. Я думал, как активно выигрывают, и вдруг всего 2 очка разрыв. Сетка 9-5. Ах, не получилось. Скидочка его виртуозная. 10-5 сетбол. Да. 2-1 по сетам. С трудом. Где-то во второй половине третьего сета что-то начало получаться у этих ветеранов настольного тенниса. Ну, Оксана появилась. Наверное, выиграли. Пейте, пейте на здоровье, Алексей. Вон стаканы большие берите или наливайте, как хотите. Вот тарбрейк. Обсуждает Настя. Думает, что кто же играет не так, как надо. Черная накладка или красная накладка? Или руки? Кто играет, это у меня руки из одного. Руки, руки, руки. Главное хвост, правильно? Да. Так, 2-1. Оксана сегодня в новой форме. Вон я вам показываю. Сейчас пауза. Пауза на Оксану. Да. Паузу подробнее. Да, подробнее и... поближе. Так, продолжаем. 2-1-0-0. Ну, второй прекрасный, мощный розыгрыш. Хорошо. А первый был. Потом посмотрите в записи. Был у вас один хороший розыгрыш. Да, блестящий. Эйч, край стола. Сопля, как называют некоторые невоспитанные теннисисты. 0-2. 0-3. Дрогнула рука у Алексея в ответственный момент. До трех побед. Ну вот. Вроде что-то пошло-поехало. 3-1, 1-3, 0-4, 4-0. Ну вот разобрались, видите, какие мы умные. И 5-0. Так. 1-5. Перекинь, главное. Хорошо. Ну, Игорь, такое роскошное завершение к себе на стол кидает. 2-5. 6-2. О, это Настя, это ваша ракетка ни при чем здесь. 6-3. Молодец, вздернулся, вздыбился, раскинул руки плечи. Но не прошло. Ох ты, и так мы можем. И в сетку, и за стол, да подальше, да повыше. 2-8 сколько? 3-7 даже. И 9-3. Четвертый сет, 2-1 по сетам. Да, 10-3, матч-поинт.
хорошо начинала молодежь, да плохо продолжила. 10-3 матчпоинт. Да, 4-10 матчпоинт. Всего-навсего 6 очков набрать и победа. Ничья будет. Не возьмем. Пауза. 5-10. Нелегальные подачи от Юрия. Да, это что такое? Проба пера. 6-10? 10-6. Матчпоинт, тем не менее, по-прежнему объявляем. Да! Да, да. Жмем лапы, благодарим за первую игру новыми ракетками. Настю, спасибо, спасибо, спасибо. Они продолжают, а мы завершаем.